Если хреново ничего не производится, дайте свободу. Это всегда срабатывало. Америка на этом поднялась. Предприниматель – защищенное лицо. Даже если он неправильным способом продает воздух. Но он защищенное лицо для накопления капитала на этой территории. Но у нас же государство говорит, у нас налоговик приносит в бюджет деньги. У нас спецслужба этим занимается. У нас судьи. А на самом деле эти люди, налоговики, судьи, спецслужбы, подавляют население. Они же грабят каждый день. Никто ничего не может открыть. Все.